А в Киеве мужчина выбросил гранату из окна такси. Как сообщили в полиции, это заметили патрульные на Троещине. Они остановили машину, задержали пассажира и вызвали следственно-оперативную группу. Парень объяснил, что решил избавиться от боеприпаса, увидев патрульную машину. Боялся наказания за незаконное хранение оружия, но теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы за незаконное обращение с ним.